На встрече с Сергеем Бабуриным Татьяна Туранская познакомила видного российского политического деятеля с достижениями в республике за последние 2 года. В частности, председатель правительства рассказала о позитивных изменениях в отрасли просвещения и здравоохранения. У нас начали открываться новые объекты, такие как детские сады, медицинские учреждения, оснащение оборудования, учебных наших высших учебных заведений. Для нас это очень важно на сегодняшний день. В свою очередь Сергей Бабурин дал оценку спорам, связанных с выборами глав госадминистраций. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, является ошибкой сегодня затевать реорганизацию с выборности глав государственных администраций. Это абсолютно... Ну, мы все с вами демократически настроенные люди. Но все нужно делать вовремя. Сегодня это очень не вовремя. Говорили на встрече и о развитии межрегиональных связей с Россией, конкретно о той помощи, которая оказывается Москвой. Важно, чтобы сегодня, как никогда, в Приднестровье чувствовали, что Россия ничего не забывает и, наконец-то, вовремя выполняет свои обязательства. Ведь все надо делать вовремя. И очень важно, чтобы действия России способствовали консолидации приднестровского общества, потому что жизнь в мире сегодня непростая, ситуация в Европе вдвойне непростая. И я убежден, что единство приднестровцев, я не устаю это повторять, предопределит их победу. Отдельно политики обсудили вопрос о создании рабочих мест в республике. Этим активно занимается некоммерческая организация «Евразийская интеграция». Она ведет строительство ряда социальных объектов в Приднестровье. Александр Кожухарь, Первый Приднестровский телеканал.